Отправить сообщение внеземным цивилизациям приглашает контора пароходства. Там открылась интерактивная выставка «Между искусств. Теплица локальных версий». В проекте приняли участие 15 художников из разных уголков России. Авторы собрались вместе, чтобы воссоздать альтернативные варианты жизни и смерти в искусстве, разводя реальные и художественные миры. Причем зрители могут сами взаимодействовать с некоторыми арт-объектами. Например, включить голосом музыкальный инструмент или с помощью AR-меток попасть в один из цифровых миров. На этой выставке у нас 8 проектов. 2 из них от художников-экспертов, которые, ну, в том числе и помогали участникам, прошедшим медиашколу, работать с их проектами. И 6 проектов, прошедших с медиашколы. Выставка «Между искусств. Теплица локальных версий» продлится до 31 июля. Вход бесплатный.